Ух ты, а! Собака. 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 Это судак, собака. Всем привет! Сегодня снова на Коловесе рыбачить вышли. У нас пока все так же прохладно, но уже немножко солнышко. Перемешку с тучками, с дождем. Но на воде спокойно. Решил сегодня выйти с сыном, со старшим на рыбалочку. Посмотрим, поймаем что-нибудь, нет. Сегодня вот будет такая миксовая рыбалка в перемешку. Будем и джиговать, и в перерывах крупную будем искать. Вышли поздно, уже сколько, уже второй час, а мы только вышли. Ну, у меня электромотор из ремонта пришел, поэтому и теперь можно и джиговать. Я сейчас перевяжусь и присоединюсь. Так вот. Так вот. Раз, конец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь примерно. Потом сюда проводим и выводим. В этот паз вставляем вовнутрь поводок и скидываем петли. Все. Здесь предварительно сделал грибочек. Смачиваем. Подводим. Затягиваем. И все. Лишнее срезаем. Лишнее срезаем. Шнур не выкидываем в воду. Мусор. Что-то он там попытался сделать, но непонятно. Ах ты, ткнул. Надо приманочку что ли поменьше поставить. А, вон он что сделал, он за хвост дернул меня, сдернул приманку. Поехали поищем другую рыбу, где побольше. Я вижу хорошую рыбу прямо впереди тебя, посмотри на экран. Вот, ну, рыба тут полно, поэтому кидай просто по сторонам, я тебе сейчас... Куда-нибудь поставлю. Вот так вот, где их больше. Получается чуть-чуть левее, где-то на 10 часов. Вот. Можешь туда, а я поджигую пока, в сторону покидаю. Позади увидел рыбу. Опа, есть! Сошла. Щука что ли была, я не понял. Плохо взяла. Опять плохо взяла. Что там, может приманку стащила? Но нет, на месте. Там вон рыба перед тобой сейчас будет, видишь? Увидела, пошла атаковать. Что-то ей не понравилось. Пытаюсь... О, пошла к моей. О, тоже. Что-то она... Передумала. А ну-ка, пошла. Есть! Блин! Да, сошла. Опять содрала приманку. Смотри. Собака. Давай поменяем приманки, что ли, что-то. Не очень хотят они сейчас на эти приманки. Ну, днем рыба всегда вялая, это нормально. Есть. Судак взял. Маленький, правда. Ну, маленькие приманки, маленький судачок. Спасибо. Сейчас мы его отпустим. А мы сегодня все будем отпускать. Сегодня мама сказала, рыбу не надо. Можно, конечно, взять филешку сделать, пожарить. Рыба показывает нормально, не крупная, но это точно судак. Единственное, здесь надо потяжелее приманку поставить, наверное. Так. Где там у нас красавцы?
О, вон там что-то вдалеке. О, вон, хорошо видно. Где-то на полдвенадцатого, если. Ух ты, у меня кто-то в падении ударил. Щука, что ли? Сейчас. Да нет, что-то не дергается, судак. Он мне еще не успел приземлиться даже. Да нет, щучка, зараза. Эх. Ну и хорошо. Рыба. Да, слабину не давай только. И давай ее сразу сюда, чтобы руками не брать. Ай, зацепился, погоди. Подержи ее пока. Так удобнее отцеплять. Сейчас я тебе дам инструмент. Только руку намочи, смочи сначала. Смочи прямо ее в воде, чтобы сухой рыбой не надо брать. И где жабры, вот так вот возьми, сожми, чтобы она не брыкалась. Крепко здесь держи, да, вот так вот. И доставай приманку. Зажги головку. Все. Можно было поцеловать. Это окунь, что ли? Окунь, похоже. О, это окунь. Блин. Доставай его. А прям можешь так доставать, да? Палкой поднимай. Он так сойдет, если будешь слабину давать. Так. Кеш, да палку положи. Слушай, нормальный окунь. Да, отпускай его. Мы рыбу сегодня не берем, к сожалению. О, кто-то схватил. О, хороший что-то. Ого, хороший окунь. Эх, жаль, мы не берем сегодня рыбу, а. Ну ладно. Хоть окуней половим. Давайте, вон они. Давайте. Клюйте. Вот, и прямо в стаю попал. Это все окуни крупные. Че не берете? О! Есть. Надо чуть-чуть фрикцион расслабить, чтобы они сходили. Давайте. Маленькие, где там покрупнее. Ой, сколько тут их. Щука, наверное. Точно щука. Вот кто не давал ловить окуней нам. Крестьян. Подсак нужен. Я-то подожду, а вот щука нет. Она небольшая хотя, но... Давай, поднимаю. Бери ее. Угу. Спасибо. Давай. Не поднимай. Вот так вот. Я здесь ее разберусь, а ты лови. Всех окуней нам перепугало. Ну куда ж ты уйдешь-то с подводной лодки? Вот так. Вот такой вот слаг поставил на окуней. Иди давай. И не хулигань тут. Иди отсюда. Всю малину портишь. Не даешь окуней ловить. Такс, где там у нас? Окушандры прямо перед лодкой. Опа! Опа, увидели? Опа. Ну давайте, чего вы там? Не катушкой, а палкой поднимай. Подсечку делай, а потом уже катушкой выматывай. Ну эти не крупные.
Но там вижу нормальные есть. Чуть немножко покапало и перестало. Да, вон, позади нас. Небольшая тучка. Отпускай. Вообще ветра нету. Ну да. Ой, судак долбанул. Пойду хоть. Ух ты, как он долбанул. Хороший такой. Коловеси. Ух ты, какой хороший, смотри. Может быть, возьмешь большую? Да. Щука и не громадная, но вот видишь, куда я свечу, в пол воды мерцает. 9-10 метров, да, эта щука плывет. Еще чуть-чуть поближе к ней. Так, а теперь веди. Веди, 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 веди. Ой. Кристиан, подсечку, если что, не забывай. Хорошо? Веди, 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 она может взять еще раз. Хорошо, фрикцион теперь оставь. Инструмент возьму. Все, встали на якорь. Как там она? Не отцепилась еще сама? На трешку где-то. Собака. Небольшая, но, блин, мощная. Иди сюда. Крючком повредилась она, наверное. Но щуки, они более живучие, чем судаки, поэтому, надеюсь. Ну да, наверное. Сейчас посмотрим. Так. Дай-ка мне инструмент. Спасибо. Да нет, вроде не повредилась. Но... кровушка откуда-то шла. Так, отпустим. Такая. О, ушла. Вот они прямо под лодкой, крыся. Вот он сейчас возьмет. Есть! Ох, как вдарило. Иди сюда. Эх, жаль, сегодня нам рыбы не надо. Иди. Ух, как шустро уходят, а. О, вон они, вот там. Вот туда. Чуть-чуть правее. Вот это, по-моему, если это окунь, это очень крупный окунь. Но это не окунь, это судак, собака. Ого, толстенький какой. Иди. Идет. Вот судак, похоже. Ого. Ого, как давит. Ого. Нашли стаю. Рыбы. Там все вперемешку. Судаки с окунями. Ну, это опять судак. Блин, я бы окуня сейчас половил. А окуни не жрут. Пока судак там стоит. Он уже какого поймал, я не знаю. Иди давай. Вот здесь они все, видишь? А, там уже кто-то сидит. Вот это окунь. Прям чувствую, что это окунь. Хороший окунь, слушай. О-о-о-о! Кабанистый окунь. Щука, что ли? Сразу взяла. Похоже на щуку. Собака бродит там. Точно, я же говорю, щучка. Отдай приманку. Давай. Иди отсюда.
Судаки берут еще, пока если в них попадешь. Вообще все замолчали.